Друзья, привет! Следующий фейстайм. Просто приятная беседа с приятной девчулей. Яна Кулева. Смотрим. Янка, привет. Привет. Ну, сразу к тебе первый вопрос. Смотри, как долго ты в Польше и почему именно город Лодзь? Ну, в Польше, ну, в апреле было 2 года, то есть уже третий год пошел. Ну, а Лодзь, ну, были здесь друзья, ждала работа, ну, в принципе, это. Друзья, то есть подсказали, да? Ну да, здесь изначально друзья жили. Работали, как бы, ну, более-менее устроились, и, то есть, ну, было куда приехать. Так, не на Абу, а именно там, где я знала, что помогут, устроят и где-то, ну, первое время поддержат. Ян, вот ты с Кривого Рога и 3 года назад переехала в Польшу. Ощутила ли изменения, может, в лучшую, в худшую сторону? Вот? Ну, естественно. Учитывая то, что я работала у себя в родном городе на шахте. На шахте? Да, да. Да, жесть. Ну, так бывает. Это нечем особо гордиться, но тем не менее. То да, я ощутила и в заработной плате, скажем так, побольше. И условия труда однозначно. Яна, и через год ты забрала дочь сюда, она пошла в 3 класс. Помогала ли школа вообще ребенку в чужой среде? Были ли какие-то с ней дополнительные занятия? Может, психолог работал? Скажем, изначально, ну, вообще планировали ее оставить во 2 классе. Но нам дали шанс. То есть в любой момент можно было потом просто обратно остаться в 3 классе. Нет. В плане языка, учитывая то, что она вообще не знала, там, ну, добрый день, там, до свидания и все, я, конечно, стремалась, очень стремалась, потому как, ну, она очень такая у меня мнительная девочка, но, тем не менее, спустя там определенное время, и у нас были дополнительные занятия, вместо религии мы не посещали эти лекции, вот, а были именно уроки, были по польскому языку, то, ну, как со временем, да, я увидела, что изменения есть, и она довольно-таки более стала уверенно себя чувствовать. То есть проблем особых таких и не было. То есть нормально отнеслись учителя, реально ей тоже помогали, и дети в классе тоже... Она была одна из Украины? Нет, была еще одна девочка, тоже она с Украины, но, как ни странно, такой парадокс, да, вот как-то она больше общалась, наверное, ну, с польскими детьми. А в языковом барьере были проблемы? Естественно. Я думаю, у каждого. С самого начала, когда только я пересекла границу, я поняла, что, ну, это будет тормозить. Поначалу очень сильно. Ну, а потом, как бы, ну, не знаю, возможно, огромное желание жить дальше здесь. И, скажем так, уже осесть именно в этом городе, в Польше. Вообще, и, то есть дало мне желание такое вот заниматься языком. Не бояться общаться и, ну, главное желание. Смотри, во Вроцлав переехать и жить там, это сейчас считается модным. В Варшаве жить, это круто. Лодзь тебе вообще нравится? Он тебя взял как город? Да. С самого начала... Скажем так, есть свои, скажем так, минуса, вот, как
в любом, в принципе, городе. Для меня это город контрастов. То есть можешь увидеть, как рядышком построенный там дом новый какой-то, и рядом с ним вообще там развалюха какая-то. Для меня это очень как бы интересно, это смотрится прикольно. Мне очень нравятся муралы здесь. Их, честно, не знаю сколько, ну, их много реально. Очень интересные и такие необычные. Плюс я смотрю, как за последние вот, ну, то время, как я здесь живу, как меняется, как быстро строятся здания, как это все реконструируется, как обновляются дороги. В принципе, я смотрю, что, скорее всего, в ближайшие там, на пару-тройку лет уже будет все, ну, на высшем уровне. Ну, как по мне. Смотри, ты работала на заводе, но сейчас ты работаешь в салоне маникюрщицей. Вот. Что? Ну, сейчас очень модно говорить не маникюрщица. Блин, честно, тебя забросают камнями. Если ты к нам подойдешь, мы тебя ёбнем. Вау-вау-вау. А ну-ка, ну-ка. Сейчас правильно говорит так. Это мастер ногтевого сервиса. Вот, круто, вот так вот звучит. Должно так сервиса звучать, да. Ну, честно, как бы сейчас, ну, не знаю, новинка такая, блин. Ну, смешно, конечно, но для меня мастер ногтевого сервиса, это как мастер, там, сервис СТО. Сама, как бы, ну, смешно это, но тем не менее, оно, как бы, правильно говорит так. Ну, подожди, мастер ногтевого сервиса, то есть ты заканчивала какие-то курсы, у тебя есть какие-то сертификаты? Естественно, да, да, есть. Ну, все, конечно, у меня есть два диплома, и они, я заканчивала эти курсы в Украине. Но здесь, в принципе, как бы, я так надеюсь, что здесь мастера, обучающие этому всему делу, не хуже, потому как в перспективе у меня тоже закончить здесь курсы дальше, потому как... ну, как бы, есть огромное желание развиваться дальше, учиться и, скажем так, не стоять на месте, и для меня это очень, очень значимо. То есть Польша — это страна, где можно себя реализовать, даже не работая просто на заводе, не там, ну, не убивая себя в три смены, там, по 12, по 16 часов, вот, и просто реализовать себя творчески и его вообще. Это все вполне реально, это все зависит от желания, даже учить тот же самый польский язык, потому как без этого здесь, ну, заниматься в подобной сфере, допустим, работать, как бы тяжеловато. Польский язык все-таки, как ни крути, у тебя, скажем так, ну, много клиентов будет, ну, поляк, с которыми ты должен просто, ну, общаться как-то, уметь. И еще немаловажное для того, чтобы себя реализовать, это, ну, в первую очередь, не то, что там вложение там, денег и тому подобное, это поддержка. И стремление верить в себя, что получится. Потому как, да, очень большая конкуренция в плане, в этой сфере. Вот, и, ну... Надо расти. Кто гребет, то мне надо росло. Расти, все будет, да, круто. Да, да. Как ты проходила вот с ребенком карантин? Это ж в дома сидишь, не выходя никуда и вообще. Какой-то, как проводили свой досуг? Ну, в принципе, как, выходить мы себе могли позволить, там, я не знаю, ночами, когда темно, ну, реально было как бы так, ну, стрёмненько. А, в плане, что, чем мы занимались, ну, я незадолго до начала карантина купила ребенку гитару, и так как я сама, ну, скажем так, немножко играю, да, и, скажем, ну, мы учили просто с ребенком, играли на гитаре. Что-то ребенка я учила, новенького там. Мечтали о собаке, реально, тогда нам очень не хватало собаки, но так как наш хозяин квартиры сказал, что нет, нельзя, потому как там ковровое покрытие. Ну, в общем, хотя, ну, реально хотели купить собаку, чтобы хотя бы как-то, ну, не знаю, ребенок себя мог почувствовать более-менее не одиноким, но, ну, потихоньку как-то, не знаю, играли в футбол даже дома, было и такое, да.
Я вот уже 4,5 года живу в Лодзе и поменял 3 квартиры. Вот, и у меня никогда не возникало проблем с тем, что вот я из Украины, мне не хотели сдавать в аренду квартиры, да? У тебя были, может, какие-то такие проблемы вообще, вот, что хозяева просто бросали трубки, не хотели с тобой разговаривать, потому что вот слышали акцент твой, да, и что ты из Украины, не хотели сдавать в аренду квартиру? Вот как-то так. Было у тебя такое? Ну, скажем так, не так много я меняла квартир, да, и, ну, вот последний раз, когда я решила найти другую квартиру, то да, искала. Не было ни разу, у меня не было такого, что она мне позвонила. Наоборот, даже как бы: о, пани с Украины, то есть, ну, круто, даже, скажем, это даже и приветствуется. То есть проблем там нету, что вот если ты там с другой страны, то все, ну, я не хочу с тобой связываться. Нет, абсолютно, это неправда. Свою квартиру я сняла, скажем так, очень быстро, неожиданно, потому как объявление только выложили, и я сразу же позвонила. Я зашла, сказала: все круто, мне нравится, можно ключи, я отдаю кауцию там половину. Мне сказали: все супер. Сейчас они, допустим, приходят к нам, ну, за заплатой, да, за мешкание. Вот, и, скажем, мы можем поговорить, то есть, ну, они уже какие-то где-то даже родные, то есть, без проблем, вот, жена, вот, хозяина, да, квартиры, то есть, если что-то там сломается или какие-то проблемы там в плане, не знаю, там, по мужской части там, то есть, в любой момент могу позвонить, и, то есть, все супер, то есть, по крайней мере, мне так попало, возможно, там, у других как-то, ну, людей все по-другому, но мне повезло. Вот и все. Вот даже тоже, вот, например, сейчас много людей ищут квартиры без кауций. Это сразу говорю, что это нереально. Не то, что в Лодзе, это в Польше нереально. Вот да, я на первой квартире, у меня была двухкомнатная, я жил, и кауция у меня была 2500, и мне ее хозяин разрешил разделить на 3 выплаты. То есть я ему 3 раза выплачивал. Да, то есть это, ну, то есть реально, да? Без проблем. Ну, я думаю, да, это, я же, опять же таки, это национальность не преграда. Нет, абсолютно. Это еще смотря на кого ты просто попадешь. Ну, у каждого свой характер, у каждого какие-то свои. У каждой нации есть свои, так скажем, экземпляры. Ну, да. Я знаю тебя как творческую личность вообще. Ты, ну, творческая такая девчуля, ты пела в рок-группах, ты была вокалисткой, ну и вообще творчество в тебе есть, его очень много, и это круто. Тебе здесь этого не хватает? Да. Честно, да. Чего бы хотелось больше? Если честно, хотелось бы, вот, скажем так, что-то свое, вот тоже группу какую-то. Или, по крайней мере, для начала найти людей вот в теме, вот на одной волне. То есть, чтобы там, не знаю, как бы, ну, не знаю, даже собраться там с гитарами где-то. Даже, не знаю, послушать ту же самую музыку вместе. Ну, реально, вот творчество того, что было там, не хватает. Не хватает совершенно в этих. Ну, как бы, мы их так называли, совершенно, да, это своего рода рок-концерты, которые у нас проводились там каждую вторую субботу. То есть, где-то вот именно таких вылазок с людьми в теме, которые действительно меня понимают. Одним словом, просто творческого общения не хватает. Да, да, да. Вот именно, как бы, я ищу людей творческих. Ну, хорошо, что я тебя нашел. Вот, и скоро мы здесь выстрелим. Я надеюсь. Я, честно, я очень этого хочу. Я этого очень жду. Всего хорошего!